Всем привет, меня зовут Карина, это Йота Арена, и сегодня мы находимся на чемпионате России по интерактивному футболу. За кого вы болеете? Мы пока не определились. Не определились, а мы вам поможем. Нужно болеть за Локомотив. Ну, конечно, хорошо? Тогда хорошо. Плюс один. Я вам подскажу, нужно болеть за Локомотив. Кто он? Локомотив, Москва. Да, подальше. Хорошо? Плюс два. Друзья, ну не только Карина сюда приехала, также и я подъехал в Йота-арену, Дмитровское, шоссе 27, если вдруг вы еще успеете. Хотя как успеет, наверное, сюжет уже выйдет. В общем, тут будет очень круто, много классных матчей, крутые соперники, наши парни, много селебов, к которым мы будем подходить, задавать вопросы и получать горячие, как пирожки, комментарии. Поехали! Здрасте, здрасте. А почему ты в шортах? Так, я ж футболист. Ты же киберфутболист. Когда Амкар возьмет статус чемпиона России? Е-бой. Подождем пару десятков лет. Как тебя зовут? Артем. А фамилия твоя? Счастливый. Прошел, вышел из группы или у вас еще будет игра? К сожалению, я уже вылетел. Уже вылетел? Да. Твоя фамилия тебе не помогла? К сожалению, пока не помогает. А ты хочешь барбершоп? Да нет, спасибо. Я как-то... Мне нравится моя прическа. Вы судья, вас можно подкупить? Нет. Может быть, вы здесь ищете себе молодого человека? Здесь так много свободных мальчиков. Да нет, к сожалению, не еще. Чаще замечаю вас на подобных киберсоревнованиях. Что вы здесь забыли? Вы же за реальный футбол. Мне интересен любой футбол. Но вообще отношение к компьютерным играм, к киберспорту, когда мы ребят вытаскиваем из их квартир, из их комнат, где они сидят и в одиночестве что-то там делают, и организуем большие соревнования для них на большой арене, с моментом соревнования, международные турниры. Это, если кто-то считает, в принципе, это злом, то это вот очень самое лучшее средство борьбы с таким злом. Но я и злом-то это не считаю, поэтому это неизбежность. Может быть, у тебя есть какие-то мальчики-фавориты, которые сейчас играют? Мальчики-фавориты? Ну, а что вы здесь делаете? Я привез сюда своих игроков. Нет, мы не забираем его деньги, он выигрывает себе деньги. Мы как агентство забираем только процент. Какой процент? 20%. А если бы ты выиграл 500 тысяч, куда бы их это потратил? Я бы, наверное, потратил на... Вложился в фонд какой-нибудь. Защита животных. Е-бой. Допустим. Все вы так говорите. Как тебя зовут? Хан. Хан. Да. Ты представляешь футбольный клуб? Анжи. Ты танцуешь лезгинку, когда выигрываешь? Нет, на танцы ходил 7 лет. Да. Ты умеешь танцевать? Да. А лезгинку? Тоже. Но если выиграю, станцую. У тебя есть девушка? Нету. Нету? Наверное, потому что ты очень много увлекаешься киберспортом. Нет, не из-за этого. Е-бой. Е-бой. А почему вы все в костюмах и всегда ходите втроем? Так вышло. Мы три толстяка, но не толстяка. А призовой фонд 1 000 000 рублей. Не наш. Не ваш. Нет. То есть вы не знаете, откуда взялся лишний 1 000 000 рублей? Это не мой миллион. Не ваш? Это ваш миллион? Нет, не мой. Это его миллион. Это ваш миллион? Борода здесь. А у вас есть дети? Конечно, трое. Они играют в FIFA? Нет, в FIFA не играют. Играют как в Counter-Strike. Е-бой. Ну, к турниру готовится достаточно плотно, достаточно давно, поэтому результат, по сути, неплохой. Топ-16 России, ну, это, наверное, все-таки что-то значит, но не могу не сказать, что это было обидно вылететь, потому что игра была очень равная с моим соперником, который меня прошел. Поэтому топ-16 — это пунктик, наверное, в резюме, а дальше едем, дальше больше.
хочется обрадовать тех людей, которые за тебя болеют, но не всегда получается. Опять же, это игра, и кто лучше готов, тот побеждает. Я понимаю, что я играю не только за себя, но и за команду, которая ждет, которая хочет, чтобы я показывал крутые результаты. Е-бой. Мне понравилось это вести, потому что, во-первых, это помогло мне отвлечься в эти выходные, не смотреть, как Реал проигрывает, не смотреть, как играла моя команда, чтобы таким образом абстрагироваться. Плюс ко всему, всегда приятно пообщаться с молодыми ребятами, которые чего-то добиваются. А киберспорт, интерактивный спорт, называйте его как хотите, это сейчас вещь, которая развивается. И быть на гребне волны, быть в истории, потому что я первый ведущий первого чемпионата России, это все-таки круто, и мне хотелось бы продолжить и расти вместе с такими турнирами. Поздравляю тебя, братан. Спасибо. 500 тысяч, я тебя умоляю, сразу все на баб не трать. Хотя бы через день. Молодчина, молодчина, молодчина. Вот. Ну все.